Что такое? Ебану. Оху-ху. А что было? Все правильно сделал. Так. Что за хуйня? Что за хуйня-то? А? Ноль. Пошел сюда. Фаза. Фаза, фаза. Ноль-ноль. Фаза, фаза. Ты думаешь, здесь тут кратит? Изоляция осыпалась. Может быть и так. Может быть все что угодно. Так, надо высмотреть. А, что такое еще? Бать. Шла. Это все работает здесь. Ну, снимаю, прозваниваю. Снимаю, прозваниваю. Ебануло-то. Что ты долбанул, видишь?
я в одной включил, не долбанул. Вот когда я включил линию, по-моему, вторую линию. Вот это я включу. Тогда долбанул. Так, возьми сперва про звуку. С этим есть, а вот это с этим нет. Тут и с этим замкнутый, видишь, получается. Вообще. Это с этим замкнуто. Бляха-муха. Так, бери этот самый тогда свой на 6 ампер, блядь. Через него сейчас будем рубать. Что за херня-то? Я могу еще запись посмотреть. Тут прямо реально, блядь. Короткое замыкание. Да? Не-не-не, не более того. Хуя себе. Что может быть-то? Пометь красным, что кратко. Еще и лампочка может гореть. Сейчас еще сопротивление померим тут. Пока что. Так вот. Сука, да? Я не понял юмора. Сейчас проверим. С этим накрыто. Сопротивление будем сейчас проверить, да, да. Хуя не показывает.
лисицем. А, ну лисицем нулем. Крутится два, да, крутят. Эти два крутят. Они крутят. Какое-то короткое замыкание в квартире. Ну-ка сейчас спрошу, но все равно готово. Потому что какое-то короткое было. Зовут. А скажите, пожалуйста, у вас все работало или вы говорили, что-то где-то замыкало? Ну, вы знаете, периодически просто пробку какой-то, так понимаю, выбивала. Ага. Периодически, вот, да? Да, здесь как получалось, что та комната не работала, не работал, соответственно, телевизор, интернет. Понятно. А вот здесь вот эти нет. Потому что я сейчас включил, у меня сразу один автомат резко выбил. Там короткое замыкание где-то у вас идет. Причем вы говорите, а так периодически? Ну как периодически? Ну в последнее время, а до этого никогда не было ничего такого. Ну сейчас прямо вот я включаю и сразу выбивает. Я такой еще не знаю, это освещение или это розетки или что. Ну сейчас ничего не работает. Ну сейчас да, сейчас я выключу. Ну, сейчас попробую разобраться, но что-то у вас где-то в проводке здесь, в квартире. Здесь прямо. Так, сейчас что-то заработало. Свет, розетки. Я вижу, телевизор вроде заработал, да? Ну, здесь пока нет. Нет, ага. Так, вот здесь работает розетка. Одна линия-то заработала. Так, ну одна линия какая-то заработала. Так что получается одна... А, две розетки работают сейчас. Вот эта и вот в этой комнате. Ну и в этой комнате.